В историко-краеведческом музее имени Абиша Кекельбаева отметили столетний юбилей героя Советского Союза и первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагомедова. Мероприятие под названием «Герой в сердцах народа» в честь народного героя приняли участие все сотрудники гарнизонов Мангыстауской области, а также их семьи и ветераны вооруженных сил, активисты и жители областного центра. Сама выставка состоит из трех разделов. Первый рассказывает о жизни генерала армии Сагдата Нурмагомедова, второй посвящен его боевому пути во время Великой Отечественной войны, а третий рассказывает о его деятельности в качестве министра обороны Республики Казахстан. На выставке представлены образцы военной одежды, документы и награды героя, фотографии времен Великой Отечественной войны, послевоенного и независимого Казахстана, не опубликованные до настоящего времени. Мероприятие направлено на чествование первого министра обороны Казахстана, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также повышение имиджа вооруженных сил Казахстана, пропаганду и дальнейшее развитие музейного дела. Ранее мы побывали в Петропавловске, Алматы, Шымкенте, Кызылорде, а сегодня приехали в Актау. В перспективе мы планируем организовать эту выставку по восточно-казахстанскому региону. Сагдат Кожахметов Нурмагомедов родился в 1924 году в Акмолинской области. В апреле 1943 года после окончания пулеметного училища был отправлен на фронт. Командовал пулеметным взводом пулеметной роты, а затем стрелковым батальоном. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии и Белоруссии. Ознакомиться с жизнью воина-полководца прибыли и солдаты морской пехоты. По словам военнослужащих, такие мероприятия помогают молодому поколению в поднятии духа. Нам показали небольшой отрывок видео с биографии фронтовика. Нам все нравится, мы узнали много информации о том великом человеке. Я думаю, что у каждого гражданина появится мотивация и дух патриотизма после посещения музея и знакомства с историей героя. Ведь в свое время он сделал многое для будущих поколений. В конце мероприятия директору историко-краеведческого музея вручили благодарственную грамоту от военно-исторического музея. В свою очередь руководитель местного музея подарил гостям 12-томник произведений Абиша Кекельбаева. Стоит отметить, что выездную выставку организовал Государственный военно-исторический музей вооруженных сил. Кроме того, в честь столетия генерала сняли художественный фильм. На его малой родине откроют памятник и сквер. Также проведут военный сбор молодежи. А сама выставка будет открыта для горожан области до 30 мая. Айжан Сабитқызы, Мангелдинов, Рахмет Дидар.